Мой внук, ему сейчас 9 лет. Футболом занимается более 4 лет, 4,5 где-то года он занимается. Очень любит футбол. С самого-самого раннего детства, еще с 2 лет, он всегда со мной выходил на площадку, играл в футбол, с удовольствием с мячом занимался. Когда начался отбор «Факел», мы с удовольствием подали заявку на просмотр и прошли просмотр. И сейчас занимаемся уже в течение 3,5 месяцев, занимаемся в клубе «Факел». Внук очень любит футбол, болеет за, естественно, за воронежский «Факел». У нас проходят тренировки на поле стадиона «Чайка». Вот, очень хороший стадион. Вот, ребята ходят с удовольствием. Вот, процесс тренировочный очень интересен, и внук с удовольствием ходит на каждую тренировку. Вот мы за это время, сколько ходим, ни разу ни одной тренировки еще не пропустили. Он с таким удовольствием ходит. Вот. Ну, это очень помогает нам и в такой в жизни. Он учится в школе хорошо, старается быстрее сделать уроки, чтобы не опоздать и не пропустить следующую тренировку. Моему ребенку 12,5 лет, занимаемся мы футболом 6,5 лет. Ему очень безумно нравится. Вот он сам отслеживал, когда проходил отбор. С первого занятия, как бы, отбора все прошел, его зачислили в академию. Безумно нравится. Все полностью экипировано, да, все бесплатно. То есть особенно для родителей, это самый большой плюс, потому что до этого в коммерческих организациях было, как бы, ну, сами понимаете, и оплата, и, ну, все выезды, все было за счет родителей, можно так сказать. У сына есть мечта продолжить играть в «Факеле», в дубль. То есть, и даже не только у моего сына, так как у всех футболистов нашей команды, то есть ради этого они здесь. Футбол для них – это жизнь, а не игра. У наших всех футболистов мечта о дубле, как бы, это не предел. Все ребята безумно хотят попасть в основной состав и продолжить игру в «Факеле».